опасность пожара может поджидать нас в привычных ситуациях, которые, на первый взгляд, кажутся безопасными. С абонентами Ростелекома такое точно не случится. Все благодаря датчику дыма. Он моментально оповещает о задымлении звуковым сигналом или уведомлением на телефон. В комплект нового решения «Умный дом» датчик дыма входит вместе с датчиками движения, протечки воды, открытия дверей и окон. Вам больше не придется беспокоиться о том, выключен ли утюг и не затопила ли соседей стиральная машинка. О любой чрезвычайной ситуации вы узнаете мгновенно. Основа всего – это вот этот контроллер, который по технологии Z-Wave связывает между собой все датчики, которые есть в данном сегменте. Контроллер может подцепить к себе там более 200 датчиков. Активировать умный дом очень просто. В личном кабинете заходите в «Мои устройства», нажимаете «Добавить новое» и выбираете тот тип датчика, который вам необходимо подключить. Процедура занимает не больше 30 секунд. Вы можете скачать приложение на мобильный и следить за происходящим дома из любой точки мира. Главное, чтобы был интернет. Отслеживать онлайн скоро можно будет и показания счетчика в квартирах. Актуальные данные о потреблении электричества, тепла и воды фиксируются и сохраняются даже в случае перебоев с электричеством. Жильцы зачастую забывают подавать вовремя показания счетчиков. Соответственно, кто-то подает их некорректно, и опять же есть там человеческий фактор, встают неправильные начисления. Решать, впускать или нет гостей в свой дом можно даже находясь на работе. «Умный домофон» – еще одно новое предложение компании «Ростелеком». Переадресацию звонков с него можно настроить сразу на несколько номеров телефонов членов семьи, проживающих в квартире. Если дома никого не оказалось, система отправит на смартфон пользователя вызов. Идет звонок на городской телефон. Я могу ответить на звонок? Алло, да? То есть я могу слушать человека. И я принимаю решение открыть человеку, да, там ко мне знакомый человек. Я нажимаю кнопку «звездочка», там дверь открылась, да. Если же я не хочу открывать, я просто сбрасываю, как стандартно с телефона отклонить. Соответственно, здесь прерывается звонок, дверь не откроется. Если интеллектуальные счетчики передачи данных могут быть встроены в квартиры только в новостройках, то умный домофон можно установить в любой подъезд. Как это сделать, подскажут в Ростелекоме. Комплект датчиков для дома и квартиры можно заказать в офисе продаж и обслуживания компании. Установить и настроить его вам помогут специалисты. Но их помощь вряд ли пригодится, а комплект прост и легок в использовании.